Омаров разозлился на Бородину, потому что они ранее обсуждали этот вопрос в отношении крещения или принятия мусульманства. Потому что Омаров мусульманин, и он сказал, что когда будет 16 лет, тогда только будет решаться вопрос о принятии какой-то религии. Но Бородина делает свое дело, и она плевать хотела на мнение Омарова. Она под предлогом, что девочка была на крещении и изъявила желание тоже принять христианство. Что вы думаете, она решила Тиону покрестить? И вряд ли 7-летняя дочь истинно хочет, искренне хочет этого. Но она убеждает всех, что он не понимает, а девочка хочет принять христианство. Сейчас посмотрим, где это я нашла. Так, вот, ага, вот. Так, сейчас посмотрим, что-то тут такое. Сейчас поглядим, что тут, ага. Что сделала Бородина? Она, значит, после скандала с бывшим мужем ушла в монастырь, приобщилась к православной культуре. Приобщиться к православной культуре – это, ну, смешно. Либо у тебя есть вера, либо у тебя ее нет. А приобщиться к вере, ну, никак нельзя. Ну, да ладно. Она поехала, повезла Тиону, 7-летнюю девочку, значит, знаете, куда это вообще? Значит, она ее повезла в Карелию, побывала на острове Валаам, где монастырь мужской, как будто другого места, значит, не было. И пытается, значит, ребенка покрестить. Уже даже, кажется, и назначила день крестин. Ну, это неправильно же. Она хочет настоять на своем. Ребенок откуда понимает, поэтому и Омаров сердится, возмущается. Они приняли решение заранее, что девочке, когда исполнится 16 лет, только тогда уже ребенок будет понимать. Но Бородина делает свое дело. Посмотрим, что из этого получится. Но это неправильное решение, конечно, то, что делает Бородина. Навязывает ребенку то, чего, допустим, он не хочет. А этот ребенок становится как яблоко раздора. А теперь еще и религия. Яблоко раздора. А ты не знала разве, что Омаров мусульманин? Знала. Но ты пытаешься сделать свое на религиозной почве. Вера, если она есть, то она есть. Если веры нет, то ее нет. А вот так насильно ребенка крестить, это твое, конечно, дело. Ты за все получишь, конечно, понимаешь? Нельзя делать такие вещи, зная, что у тебя ребенок, у отец мусульманин. Ты делаешь свое. Ты должна была спросить разрешение. Должны были принять всеобщее. Общее мнение должно было быть и решение. Надо было дождаться 16 лет.
когда девочке исполнится 16 лет. Но ты торопишься. Ты торопишься. Нельзя так, Бородина. Я не лезу в твои взаимоотношения, но за все есть своя расплата. Ты пытаешься закинуть бумеранг. Ты его закидываешь. А поймаешь ли ты его, это я не знаю. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. И еще публикуешь во всех соцсетях о том, что вот ты вот так вот поступаешь. Но это вообще, я не знаю, ни в какие ворота. Самодостаточная дамочка. Ну-ну, посмотрим, до чего доведет твоя самодостаточность.